Хайоу, ребята, с вами Фибоначчи, мы продолжаем прохождение Виндир Plague of Lies. Так, немножко вспомним, что у нас по квестам. А, сеть. Найти какого-то... Где его искать-то, господи? Вот он. Нетворк. И там же найти новых друзей. То есть там у меня сразу два квеста получается, или нет? Или что? Это что? Это... Не та ли пещера, куда я ходил? Слушайте, ну мне вообще интересно, что это за череп. Давайте вот это барахло все как-то соберем. Которое наверху у нас осталось. Здесь вот не пройти к нему. С той стороны надо... Так, хп полное. Надо обходить с той стороны. И есть какие-то еще... Зеленые задания. Вот ты, чё, толк? Чё за вопросы? Чё тебе надо? Простите, я вас не понимаю. С вами всё в порядке? Пожалуйста, прекратите бредить. Может, ты говоришь Виловниан? Он одно и то же повторяет. Ну, и в вампирах такие бредовые встречались, товарищи. То есть это... Так, анархист... Это какой-то посох. Посох какого-то анархиста. Подождите, куда я полез? Мне нужен инвентарь. Вернее, не посох, дубина. Дамаг 21. Зависит от силы. У тебя что? У тебя фигня стоит, да? У тебя 24. Я лучше. А почему он зеленый? Чем он хорош? А, и у него 24. Нет, подождите, у него 27. Остальное все одинаково. Единственное, удача плюс 12. Слушайте, ну это круто, да? Чаще попадать, наверное, будет. Экипировать. Вот, у меня есть оружие. Оно, наверное, не подойдет в качестве оружия для задания. Вообще, ну, незачем с ними разговаривать, которые не подсвечиваются. Наверное. Хоть они там что-то иногда и пытаются столковать. Бери дерево. Клобин. Я нашел Клобин. Тут тоже есть торговец. Вот он. Не этот, а вот этот. Покажи мне свои товары. Вот, смотрите, тут уже выбор такой, да, нормальный. Так, мне для задания что надо? Меч поврежденный. Потом вот это. И вот это. А если его отметить? А оно не отметится никак. Щирт. Щирт это... поножи, наверное. Меч. Вот он, меч один есть. 59 он всего стоит. Такой, который я продал, блин. Рейдж панц. Но они точно не нужны. Расти Мейс. А я не дороже продаю. А без разницы. Так, меч. Потом что им еще надо? Фермер Ракс. Не помню.
Туника точно нет. Щирт. Что такое щирт? А, это, наверное, шляпа, да? Нет, худ. Хм. Так. Галдосиан Тардж и Фармер Щирт. Так, ладно, меч я нашел. Это точно не нужно. Пенс. А что мне? Это то, что экипировано, да? Да. То, что у меня. Такие тоже не надо. Продать. Это не надо, Мейс. Продать. Палка. Кольцо. А чё? Это для задания. Так, берем вот. Меч. Забрали. А чё у моих укомплектовано? Вот. Может, мне что-то можно им отдать отсюда? Нет? Нет? Нет. Ну, это точно нет. А у тебя? Нет? Нет. Тардж. Вот щирт. Броня им не нужна. Мне нужна броня, но броню, может, где-то в другом месте можно найти. Так, погнали, ладно, по главному заданию. Вон. Через все вот эти поля бежать. Может, сейчас какой бой подвернется? А, так я тут все собирал, оно просто заново выросло. Ну и тоже. Но, тут алхимия-то нужна. Опа, вот и бой. Потому что здесь будут... Ух ты ж, ё-моё. Здесь будут проблемы. С хилом, со всей вот этой вот ерундой. Так, что мы будем делать? Пилить не надо. Нам надо их, это, травануть. Одну. Тебя, например. Чума. Отлично. А ты провоцируй. И они тебя сейчас начнут отделывать. Ну ты не парься. Сейчас ты себе сделаешь эту. Я теперь буду ждать. А ты себе делаешь вот это еще. Чтобы уклоняться. И они теперь промахиваются. Вот так раз и вот так два. Хорошо. Теперь я тебя буду хилить. Вот. Что за фигня? Бей давай. Класс. Удар лучший. Просто лучший удар. На. И таунт уже проходит. Слушайте, я вот это все делаю, по-моему, бессмысленно. Попав. Хорошо. Не сдохнет она. Не сдохнет. А, почти 2 хп осталось. Ой, вылечила собака. Промазала, хорошо. Вот мне бы тоже массовое лечение было бы классно. Все, сдохнет теперь. Теперь она никуда не денется. На. Бам, по мне уже. Так, я на самом деле сейчас парюсь по поводу того, что типа у меня мало так хп. Или нет? Ну и вот почти фул хп. Вот и крит. А это удача. Левел ап! Нету лута, но немножко баблища. Надо бы поскорее всех одевать. Так, ну что мы тебе будем брать? Дальше харизму тебе качать, да? Говоришь? Или ты ничего не говоришь? По-моему, ты что-то говоришь. Интеллект.
Харизма, здоровье. А, блин. Скиллы. Ну, конечно, дальше по чумному доктору. Как бы не хотелось взять опыт. Не возьму. Вот. На 5 раундов хилит. Давайте переведем полностью. Зависит от интеллекта. Хилит одну цель на 50. Стоит 21 энергии. Исцелить одну цель на 50 хп. Более 5 раундов. 50 хп за 5 раундов получается или что? Ну, выбора все равно у меня нету. Вот массовое появится исцеление, да? 50% шанс. Или вообще 10% шанс. Ну, это на следующем левеле надо смотреть часто, что это. Ну, ладно, все равно. Переведем, глянем сразу. Чему радоваться? Тому или этому. Любое исцеляющее заклинание, которое вы применяете, имеет 10% шанс удалить статусный эффект. Это пассивки. В любое время чума распространяется. Исцеление имеет 50% шанс распространиться. Как это в любое время чума распространяется? И вообще ему можно выйти потом сюда вот, да? От посохов больше урона. Но нет, он бить вообще будет редко. Это ему не надо. А, и в начале боя все... Или восстановление увеличивает, да? Восстановление энергии своим товарищам. Так, пассивки это круто. Значит, вот это тоже пассивка. Да. Хорошо, прокачали. Ты. Так, вот. А у тебя пассивка. Доджи. Уклонение. Нет. Да, 20% шанс к уклонению. Чего, если два оружия? Да, при двойном оружии. Плюс 20% уклониться. Так она у нас... Не танк, что ли? Или ее потом можно сюда будет вывести. Вот. Heavy armor. Нет. Да, ее нельзя. Щитом это вот это нижнее. Это двойное оружие. И это, наверное, тоже двойное оружие. Или воин это типа... Черт! Двойное оружие. Ну, значит, ей два оружия. А я уже палку вторую продал, да? Класс. А, статы. Давай-ка мы тебе побольше здоровья сейчас возьмем. Ну и силу. Апли. Инвентарь. Ну, вот меч есть, да? На тебе во вторую руку. Посмотрим, может, ты будешь в два раза сильнее дамажить, не? Шанс уклониться плюс 20%. Вообще ништяк. Ну, когда она бить-то будет, я не понимаю. Или она бить вообще не будет, она будет только уклоняться. Что тебе надо? Ничего, да? Ну и слава богу. Какие-то странные места. Так, вот мне сюда. И к одному, и ко второму. Селеста. Так, привет. Добро пожаловать в магазин Розы. Я Селеста. Что вы от меня хотите? Нас к вам прислал Волвин. Фейн? Волвин Фейн? О боже, во что ввязалась эта девушка на этот раз, а? Как видите, я деловая женщина такая. Эх, ты собираешься предъявить нам обвинение, не так ли? Селеста, извини, детка, но да. Я вам скажу все, что я знаю о Волвине за, скажем, 200 не обвинения, а
чтобы мы тебе заплатили. За 200 золотых, ага. Скажите, что вы не можете себе позволить этого. Вы, должно быть, вариант ответа, там их 4, вы, должно быть, шутите. Требуется 16 харизмы у группы 17, чтобы убедить снизить цену, или за 200. Но вы должны бы шутить и уйти, это уйти, это уйти. Либо платишь 200, либо ты бард, и у тебя все ништяк. И ты сохранил себе 200 монет. Смотри, я ненавижу быть таким человеком, но мы просто не можем себе этого позволить. И нам нужно, что... нам нужно знать, что мы действительно делаем. Если вы можете... найти в вашем сердце, и если вы можете быть более добросердечны, чтобы снизить цену, я обещаю, мы поможем вам вернуться в один прекрасный день. Селеста вздыхает. Хорошо, но никому не говори, или они все захотят скидки. Как насчет 150? Можно заплатить, звучит отлично, но у нас нет. И все. Либо платим 150, а что еще делать? Либо 200. Ну, и что, я выиграл 50 за счет того, что я никчемный бард? Ладно. Рассказывай. Звучит здорово. Спасибо тебе за это. Вы действительно... Это было очень любезно с вашей стороны. И Селеста. Конечно, позвольте мне просто взять ваше золото и... Ладно. Итак, я знаю, где Волвин Фейн. Нет, но я обещала рассказать тебе все, что я знаю. Так что, я знаю. Он был... Он тусовался с Абитом, кузнецом. Если ты понимаешь, о чем я. Ну, тусовался. Тогда, думаю, вам нужно найти его, кузнеца. Спасибо. Вы поручили нам просто сказать нам, кто-то встречался. Что? Так, либо... Спасибо. Тут нету одинаковых слов. Давайте второй вариант. Ну вот, сейчас и увидим, что там было правильно. Вы взяли с нас плату только за то, чтобы сообщить нам, с кем он встречался? Мы все должны зарабатывать деньги, дорогуша. Он спал с Абитом. Вот такие новости. Пожимает плечами и улыбается. Используйте это, если хотите. И убирайтесь, типа, да? Кузнец Абит. У нас педик. Ладно. Чё тебе? К тебе мне отправила сеть. Это просто жесть какая-то. Привет, я Дерьмо. Добро пожаловать в Хранителей Искателей. В Хранитель Искателей. Мы находим мусор на мертвых телах и... Если у вас есть деньги, то вещи принадлежат вам, чтобы покупать и хранить. Хочу, взгляните... пожалуйста, взгляните на то, что у нас есть. Или мы могли бы сыграть в игру. У вас есть даже шанс выиграть монеты. Покажите товар. Так, тебя зовут Шитбаг, да? Тебя зовут Дерьмо, реально? Причем первый раз перевелось как шутка, а второй раз как дерьмо. Чего так? Как на самом деле? Ну, шитбак это дерьмо, да? Это пакет с дерьмом или нет? Это сумка с дерьмом, типа. Так, покажи свои товары. Во, у него, наверное, продается весь хлам, который мне нужен для этих, да? А у него больше нет ничего. Это что, он столько на трупах понаходил, дядь? Удача 44! 44! Слушайте, то, что мы за левел прокачиваем вот эту ерунду. Она вообще ничего не стоит. Три навыка. Тут просто ловкость 23. Удача 34. 41 урон, 280. Но я сейчас все деньги потратил. Че, щит продать? Шанс блока 9%. Да ну нахрен. Продать. Так, а случайно не щит ли мне надо было это? Выкупить никак? Это зачем надо?
гем. Вот, кабанчик стоит... восстанавливает здоровье 100%. Его можно за 50 монет впарить. Так, ладно, мне покупать не надо. Мне надо с тобой поговорить. Мешок с говном. С дерьмом. Спасибо за теплый прием. Игра. Че он? Вот я хочу вот это перевести. У вас есть какая-нибудь работа, которую мы могли бы взять? Сомневаюсь в его бизнес-модели. Спасибо за теплый прием. Сначала скажем ему. Так, зря я ему это сказал. Давай еще раз. Щитбак. Че за игра? А тебя зовут дерьмо, действительно? Ну-ка, мне просто даже интересно. Да, говорит, моя мама и папа. Ага, моя мама проиграла пари с моим папой. Спасибо, что подняли это. Вздыхает. Ни у кого больше никогда не было такого имени. Делает долгий глубокий вздох. Ты покупаешь барахло или нет? Нет, я ухожу. Просим сейчас про игру. Нормально вообще. Поспорили. Гейм, чё за гейм? Скажи мне прыгаю. Да, да, игра. Да, просто немного побочной суеты, которую я делаю вместе со своим бизнесом. Любой может сыграть. Это все легко и просто. Просто быстрая игра. Голов или Тейлз. Если вы угадаете, я дам вам 20 монет. Угадаете неправильно, я возьму 20. Орел, я выиграю. Орешка, вы проигрываете. Готов? Да пошел ты. Нет. У меня так денег нету. Так. Ну и все. Последний вариант, который остается. Вот, есть какая-нибудь работа. Шитбаг. Какую работу может дать чел с именем... С таким именем, в общем. Отчаянно нуждаешься в маленькой монетке, да? Не проблема. Я могу... Я уважаю это. Я получил... Я знаю, что нужно делать. Что-то я не возражаю против того, чтобы кто-то делал это от моего имени. Итак, вам нужно... Итак, что мы здесь делаем? Мы продаем дерьмо. Люди носят его на себе, когда нюхают это. Сейчас. Умер парень по имени Эдморикус. Прямо здесь, в этом чертовом городе. Ты знаешь, что это значит? Это означает, все, что он был... Все, что на нем было, можно продать. Но когда его тело разделывали у Чопера Слэп, его жена Джу ворвалась. Она украла ожерелье, которое он носил. А это дорогое ожерелье. Надо его продать. Так, найди ее и отбери у нее ожерелье. Как-то так. Окей. Добро пожаловать в сеть, да? Погнали, куда? Ой, вот, он отмечен на карте. Куда-то... Вот. Нет, это новых друзей. Тут нельзя немножко это, отдалить. Ну, по крайней мере, у меня нельзя. Вот, вниз идти. Может быть, на телефоне как-то можно, да, отдалить? Да я думаю, по-любому можно. Это здесь только такой бред. На этих эмуляторах. Так, ну погнали. Чё она, в лесу, что ли? Там красная стрелочка, значит, главный квест. Тут еще зеленый. Чё за загрузка? Не надо нам никакой загрузки. Вон. Вон она. Ну, по-любому будет драка. Я так думаю, она же просто так не отдаст. Итак, смотрит вдаль. Ее губы дрожат, а слезы наворачиваются на глазах. Она возится с ожерельем. Вы Джуми? Нервно сглатывает. Нет. Ты лжешь, не так ли? Хорошо, да, но почему? Откуда вы меня знаете? Это ожерелье.
это не принадлежит тебе. Мне жаль, но мы здесь, чтобы забрать это назад. Давай не будем усложнять ситуацию. Но она еще что-то сказала. Вот это она, кстати, красотка, да? Кривой нос сломанный. Губища какие-то, зеленые глаза маленькие. Ой, ужас какой. Нет, ни за что. У тебя есть... Я не понимаю, что это значит? Зачем? Я не буду отдавать ожерелье этому ублюдку из... Как они там назывались? Из сети, в общем. Это последнее, что у меня есть от мужа. Это значит, что... Это для меня целый мир. Господи, что это было? Либо драка, либо купить, да? Может быть, типа, мы можем купить? Нет, драка, давайте мы деремся за ожерелье. Мы убьем ее за ожерелье. Карма, тут есть карма? Денег у меня и так нет. А здоровье-то неплохо так за левел-то повышается. О, это она входит, да? 315 у нее хп. А посмотрим урон. Давай-ка ей эту. О, чума. Конечно же она по мне будет стрелять. Опа. Не просто так там был какой-то пролаг. Меня выкинул из игры во время боя. Так, а купить, что она скажет? Какую цену она? 700 монет. Мы просто тебя убьем. 700 монет! Вот охренеть, да? Конечно, проще убить. Так, начинаем. Чума. Пошла. Таунт, давай. Ты теперь сама должна уворачиваться. 51! А, ну вот это 21 вообще стоит. Я могу это ей накинуть? Нет. Да. Регенерацию накладываем, все, и она сама регенится. А она себе делает алерт, чтобы уклоняться. Но она не уклоняется. А ее стакать можно? Да можно, наверное. Бьем. На нахер. Таунт еще работает и удар. На нахер. Крит. А мы ее не порвем, кстати, вообще. Она сейчас ее убьет просто. Но ни разу не уклонилась. Ты, блин, мать твою, уклоняться-то будешь, нет? Че творишь? Просто ее убила. И чё, вот чё будет, да, если убила? А мне-то как жить теперь? Я ж тоже не особо-то её убиваю. Но там есть чума, допустим, да? 52. Допустим. Вот, она, допустим, умерла. Умри от чумы. А, повторный ход. Ну и всё, если я попадаю, я убиваю. Восстанет ли мертвая, или как-то ее надо возрождать? Вот, она типа будет ранена. Она не может, наверное, сражаться. Открыть за 20... Вот, пошел донат. Пошли донатные монеты. Падший. Персонажи, павшие в битве, остаются на одном хп. Потребляйте пищу или найдите целителя, чтобы восстановить здоровье. И она меньше опыта получила, да? Стало? Стало. Погнали. У нас в городе есть целитель, который нас может бесконечное количество раз... Целить! Только не бой. Все, нашел твое гребное ожерелье, давай. Пойдемте сначала к целителю. А интересно, с щитом бы она бы затанчила, нет? Ты кто вообще, блин? Куда делся целитель? Он в самом где-то начале. Вот он. Давай, цели нас. Исцеляй. Спасибо. Вот и все.
Там, если бы не гребаный Крит. Так, мне интересно, кто вот ты. Повозка какая-то. А, он, наверное, может нас отвезти в другую... В другой мир, да? Да, путешествие. Ну, в другой город. Это логично. Повозка. Сдаем квест. Так, дерьмецо, я все сделал. Вот ожерелье. Что ж, что ж, что ж. Очень хорошо, спасибо. Журнал обновлен. Вернитесь к Карверу. Хорошо, вернемся. Надо что-то покупать. Я даже не знаю, что, броню? О, можно посмотреть рекламу, получить 42 монеты. Ну это понты вообще. Ой, а будет здесь работать, интересно, как в этом Champions of Avan. Если несколько раз нажать, и куча денег даст. Попробуем. Не, ни хрена. Но тут просто в чем дело? Тут зато несколько раз в день можно, тут потому что окно появляется, да? Если просто нажал бы. Карвер. Все сделано? Да. Хорошая работа. Я полагаю, это самое время. Я довольно подробно объясню, что такое сеть. Сеть состоит из многих людей с разными профессиями. Мне нужно, чтобы вы понимали их всех. Среди этих ролей скауты, их работа выявлять новичков в городе, по дороге, чтобы оценить их силу, есть ли у них проблемы. Питер – один из лучших скаутов, которые у нас есть. Поговори с ним. Хорошо. Питер. Куда? Ну, по пути, да, наверное? Да, по пути. Все пока это убрать, все пока по пути. Ну уж какой-то зеленый квест здесь. А я один вот взял, да? Ну-ка посмотрим, что я тут могу купить. Может, остальные вещи я могу купить тут, сдать, и 500 монет мне дадут. Меч есть, осталось тарч и щирт. Накидку. Так, кузня. Подождите, кузня? А, ну, в принципе, вообще весь крафт. Так, а с ним тоже о чем-то можем поговорить. Вот. Да. Нет. Это не щирт. Вот щирт. Но это слишком крутой щирт. Такой же меч, как и я купил. Вот тарч. Галдосиан тарч. Вот этот щит нужен. Бай. Ракс. Вот. Обновлено. Еще какой-то, еще, наверное, в третьем городе мы найдем третью. А меч что? Rusted Broadsword. А куда я меч-то дел? Я его продал? Я купил и продал меч? Вообще все должно быть у него. Вот он меч. Ну, так он мне тогда и показал то, что типа все, вы молодцы, вы все сделали. Меч, щит, или я что-то одел? Так, погодите, что еще нужно? Последняя вещь, которая мне остается, Dreadful Farmer Shield. Фермер Ракс. Не то. Ракс Щирт.
Надо все вещи посмотреть. Мне кажется, это вообще не куртка. Ну-ка. Нет у него ни черта. А сделать? Реген. Фокус реген. Яблоко. Яблочный пирог. Это одна еда. И то, что зачеркнуто, того у меня нету. Ничего нету. Одна вода. Что даст это? Воду. Воду с водой. А, это пшеница. Погнали! Во-первых, ты. Я хотел зелененький, да, сделать какой-нибудь. Так, давайте какой-нибудь простенький. Вот этот, например. Хотя, черт его знает, простенький. Ремо. Итак, играм. Мед? Ремо. Играм, притом это девушка, а Ремо это мужчина, да? Ну, нет. Но мы должны. Мелия, ты в порядке? Ремо, все в порядке? Играм. Ну, это ненормально, не так ли? Ремо, не устраивай сцен, дорогая. Играм. Держись, детка, у меня есть идея. Смотрит на тебя. Вот, вот сделка. Мы как бы играем в хайд. Ищем вместе с нашими детьми. Играем в прятки вместе с нашими детьми. Или, как их называют, прятки, да? Кого это волнует? Они прячутся, мы ищем. Бормочет. Мы, типа, не хотим их находить. Своего рода удовольствие от того, что их нету. Тишина и покой. Если вы понимаете, о чем я говорю. Ну и допустим. Да, это. Но я беспокоюсь, в порядке ли они. Играм. Ну, вот где я думаю, что чтобы наши друзья могли нам помочь. Смотрят на тебя снова. Не могли бы вы найти наших детей для нас? Так вам нравится, что их нет или нет? Да, это гениально, дорогая. Смотрят на вас. Не могли бы вы найти наших детей, а затем сказать нам, в порядке ли они? Таким образом мы будем знать, что они в безопасности, не заканчивая игру. Мы хорошо заплатим. Ха, понятно. Вы согласны? Ну, конечно. Что, будем? Ну, тогда я... конечно, мы найдем их для вас. Рема. Ну, это так мило с вашей стороны, спасибо вам. Только одна вещь. Когда мы говорим о детях, мы имеем в виду три великана. Монстры, которых мы взяли в качестве домашних животных. Большой, высокий, бледный. Вы не сможете пропустить их. Они послушны и дружелюбны. Я понял, о чем они. Трех великанов найди. Playtime. Значит, они играют в прятки с детьми. И рады от того, типа они начали играть, да, видишь, месяц назад, и рады от того, что детей нет. Тишина, спокойствие. Одного великана я мимо пробегал. Вот тут он где-то за домом сидел. Да блин. Усыновили, а теперь хотят от них избавиться. Бедные великаны. Но что-то мне кажется, они могут на меня наброситься сейчас, нет? А это что? Что вы тут делаете? Пошли нахрен отсюда. Вот он один, осил. Вот, один есть. А где остальные, черт его знает. Надо тут по городу вокруг побегать.
Они же должны быть где-то в городе и не должны вот сюда выбегать, да? Да блин, бойня, битва. Хотя чё, блин, левел-то надо качать. Ой, это чё за чудовище такое страшное? 409 хп, слушайте, он меня сейчас порвёт, просто порвёт! Так, ну здесь чё, нужен таунт? А как на них там было смотреть? Вот, неизвестно, что он умеет, ничего неизвестно. Всему этому надо учиться потихоньку. Поэтому мы кидаем чума. Есть чума. Здесь мы делаем таунт. Есть таунт. Ой, 41. Но урон меньше, чем у лучницы этой. Так, накладываем на нее регенчик. А ей. Алерт. Бам. Она вообще будет... Блин, да он ее просто прошибает. Никакие хилы не помогут. На, скотина. О, промазал. Вот это уже хорошо. Сейчас мы его еще бьем. И ты его бьем. И таунт проходит у тебя, понимаешь? Вот так. И все. И у тебя реген прошел еще, кстати. А я тебя хилю как-то. На. Мало хилит. Мало, очень мало. Этого не хватит. Теперь он будет бить по мне. Мы только пол хп ему сломали. А нет, по ней бьет. Да мне проще... Проще ее постоянно хилить. И ей бить. Давай реген. Хотя че уже? Там чума, чума заканчивается. Нужны какие-то мощные удары. На, скотина. Уклоняйся! Где твои 20%? Или ты что, всегда будешь умирать? Все равно же не убьем. Если только она кританет. Или кто-нибудь из них кританет. На, падла. Один хп ставит. Капец. Ну хоть выжила. Да, бои сложные. Бои сложные. Надо покупать шмотки. Почти левел слой дали. О, кровь. И кости. Взять все. И немножко баблишка. Вот, одна уникальная шмотка. И одна редкая шмотка. За 100 монет. Давайте посмотрим, что у нас тут с донатом. 100 монет это... Это 170 рублей. На русский не перевели, но тут считают в рублях. Вы посмотрите. Да? Ну, они и вампиров на русский не переводили. Это уже там ребята подключились и помогли перевести. Любители игры, так сказать. Это они им переводили. Фанаты. Сами они ни хрена ничего не сделали. Так, вообще мне с тобой надо разговаривать. Но ты у меня у нас по заданию, которое... Да, сеть. Ну погоди. Это еще один торговец. Подождите, а у него что есть? Нет, это не еще один, это тот же самый. А у тебя ничего не меняется? Может, у тебя что-то меняется? После боя? А, нет, это другой, да. Вот, может, у него есть? Это ж этот, который из трупов там все снимает. Мне щирт нужен. Где у тебя щирт? Но у него такого нет. У него цепи всякие. Да пошел ты! А ты ничего не продаешь? Нет, продает. Понятно, к ним надо еще подходить и смотреть. Но это хилки, да? Нет. Защита магическая 23. Интеллект 11, крит шанс плюс 1%. Вот кольца. Ловкость. Ловкость. Интеллект плюс 12. За стартовый фокус плюс 1. А, ну оно уже дорогое. Где баблище-то столько взять? Мне сейчас надо добежать до хилки.
Опять. И оттуда уже, с той стороны, побегу по другой стороне города великанов этих искать. Но, зная разработчиков, да, мы прекрасно знаем, что может быть кольцо в пне и так далее. Вот он, второй трап. Его даже не видно. Тише, тише, говорит. Один был слева, один был справа. А последний? Последний должен быть где-то внизу. Это не великан. Так, тут уже город-то закончил. Хотя нет, вон там где-то на ферме будет, да? Либо в самом городе. Так, ну значит с этой стороны. Да блин, бой. Я не полностью обижал мальца. Что теперь? Это, кстати, будет уже левел, если я побеждаю. Какие пиксельные крысы. Блин, одна сильная. Так, но смотрите, допустим, вот это мы накладываем на вот тебя. Почему? Чё такое? Не хочешь? Почему? Чуму на него наложили. Он от чумы сдохнет сам. Тебе таунт. Обязательно таунт. Другого выхода просто нет. И огребать. И огребать. Лучше несколько слабых ударов. Уго, слабый удар. Господи, а чё мне делать-то? Как мне тебя отхилить теперь? Конечно же. Ой, а на них чума вообще не работает. Один хп. Так мы тут сдохли. Мы здесь сдохли. Надо бежать. А бежать невозможно. Я что-то и думал изначально, что типа крысы, да? Их хер пробьешь там и так далее. 55. Вот, сильный урон по крысам дубинкой. Ну не убивай ты ее. Не убивай, говорю! Че непонятно, он не убивай, я сказал же. И че? Ну сдохну я, че дальше? Гейм овер. Нажмите, чтобы продолжить. Я уж думал сначала. Че я потерял? Опыт потерял? Что-то я потерял. Хиль. Если б хилил, он без болтовни, без лишней. Так, экипировка на месте. Ничего тут не ломается вроде как. Энергии вначале мало. Да, с чему я, конечно, вообще лопухнулся. Вот он последний, блин. Да? Да. Даже о чем-то разговаривают. Ну, типа, мы нашли последнего, надо пойти сообщить родителям. Тут очень много всяких ненужных людей стоят. Лучше бы их сделали неактивными, или они реально все пригодятся. А где это я был вообще? Ну, выше города, да? Там, где рез, просто выше. Все, пойти сдать родителям. Я не знаю, либо левел набирать. Я хочу еще бой, только не там, где я сдохну. Во, спасибо. Чума против крыс бесполезна, да? А я кроме чумы ничего и не смогу делать. Такими мы дрались и уже проигрывали. Чума. Ну чё мне тебе? Давай алерт. Иначе она тебя убьет сейчас. Или просто тупо бить ее. Давай тупо бей. Вот она по мне стреляет. Ого, 68. 68? Ты чё, мать? Да не надо мне хилиться, стреляй. 10. Защита. Не работает, да? Таунт, давай. Провокация. Тоже 68. По барабану. Есть броня, нет броня. Вообще чхать, плевать, насрать и так далее.
Начинаем ее хилить, ей нужен ворот, иначе мы не выносим. Стреляй. Да не в него, а мать! Ты что творишь вообще? Ты нас убивать что ли собралась? Реген. Все, энергии ноль. Никакой таунт не помогает. Бьем. 68. Ты мазать будешь? Дрянь. Промахивайся. 10 урона. 27. Да, мне писали в комментариях, что типа враги невероятно сложные. Сильная против Аркейн, да? Как раз у меня Аркейн. Два еще и две чумы. Это мало. Ее-то она уже выносит. Я никак тут не отхилю. Ты хоть раз, блин, увернулась бы, а? Так, просто для приличия. Молодец! Тогда, может, мы что-то где-то исправимся. 10. Надо было ждать им. Че мне от этих 10? Последний ход чумы. Фри. Фли. Сбежать. 100%. 27. 50 здоровья. Оп. Опа! И чума прошла. Ну-ка жди. А чё жди? Надо хилить теперь её. Она по нему может быть сейчас стрелять. Она по нему будет долбить. Так, чё-то как-то нечестно получается, не? На. Она просто берет и хилится по КД. Есть, увернулась, ты лучшая! На тебе, реген. 50 здоровья. Бей. Бах. 27. 100 хп снова. Бах, да ты лучшая, просто лучшая. Да ты зачем бьешь? Ну ладно, бей, плевать. А, все, двойной ход. На тебе хил, а то мало ли просрем сейчас. Мы сейчас с нее левел наберем. Там двойной ход был только для одного, да, я так понял. Так, чума работает, это живет. Мы ее еще хилим. На всякий. Очень-очень мало все-таки себе этот хил дает. Ну-ка не маш, прошу. Все, она умирает. Да ты умираешь. Изи! Хотя нифига не изи, повезло с уклонениями. И это, о, это левел. Не, нету лута. Но левел это нужная штука. Так, бегом в город. Больше ни на кого не наткнуться. Надо форму тени. Есть тут такое интересно, нет? О, уже 50. Чем больше левел, тем больше золота за рекламу можно получить. Так, я так понял, сейчас главное это... Погоди, ну тебе вообще интеллект. Чтоб ты хилил больше. А ты ни хера не хилишь. Скилл. Так, тут мы что-то смотрели. А, это здесь шанс... 10% шанс снять негативный эффект. Или перенести негативный эффект. А это я забыл, что. Исцеление имеет 50% шанс распространиться. Вот, вот это. Классно. То есть ты лечишь одного, а можешь вылечить нескольких. А дальше у нас 68 энергии стоит, чтобы скастовать просто. Просто скастовать. Это целых 68 энергии. А что это такое у нас? Требуется оружие интеллект. Понятно. Вернуть союзника к жизни с 25% хп. И 50 энергии. Но союзник будет под чумой. Вот так вот. Его прокачали, теперь ты. Вот у тебя. У тебя удар, наконец-то. 85 энергии. 24. 24 урона такого. И 16 такого, да, будет? Принять боль и не получить урона от следующей атаки, насколько я понял. А
от одной атаки. Требуется владение двумя оружиями. Атакуйте случайного врага один раз с каждым оружием. Всего 175% урона от оружия. Станьте ловушкой на один раунд. Действительно. Ловушкой для одного раунда. В смысле ловушкой. Ну давайте возьмем, посмотрим. Тут защита какая-то. Это пассивка, кстати. И можно уходить вообще вот сюда. Замедление. И тут вообще две пассивки. Пассивки крайне полезны. Может даже иногда будут полезны, чем какие-то активки. Так, в общем, прокачали. Потом посмотрим. Меня опять из игры, блин, почему-то выкинуло. Ей надо больше жить. Но! Надо не ей больше жить, а больше михилить надо, да? Два здоровья, одну силу. А вообще оружие нормальное, и все. И жизнь удалась. Окей. Так. Сдать прятки. А вы нашли их всех? Вы в порядке? Солгать. Понятно, последний что-то от нас хотел, да? Зря я не перевел, что он там говорил. Соврать и сказать да. Иган напуган. Ну, скажем правду, один напуган, это самый последний. Честно говоря, Иган сильно напуган. О нет, действительно, бедняжка. Ну, великан, думаю, тогда я не смогу заплатить тебе. Ведь мы говорили, найди их и расскажи нам, что они в порядке. А вы сказали нам, что это не так. Значит, технически ты провалил задание. Чё говоришь? Тогда я убью тебя. Плати, иначе я убью тебя. Вот и все. Он бледнеет. Воу. Хорошо, извини, это была просто шутка, прости. Воу. Думал, что мы друзья. Напомни мне, никогда больше не веселиться с тобой. Вот ваши деньги. Возьми это и уходи. Выполнили. Хорошо. Вот и побочечку сделали задание. Повыполняли, набрали немножко уровня. И надо всю рекламу пересмотреть, может действительно какую-нибудь шмотку купить, иначе сейчас прям вообще какая-то дикая жизнь будет. Но продолжим мы, ребята, прохождение уже в следующей серии. Ну а если понравилось видео, поддержите лайком, а также подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые выпуски. С вами был Фибоначчи, и пока.